жизни. Я хочу сказать, что в жизни можно научиться всему, если вы находитесь в потоке энергии и включите определенные потоки именно тех энергий, которые нужно вам принять в свою жизнь. Я убедилась это на собственном примере, создавая эту страницу и вот сейчас ведя такие передачи. Итак, для тех, кто пришел впервые, у нас есть не только рассылка, но и вы можете зарегистрироваться на нашей странице и пройти в меню раздел «Чат», по-моему, так он называется. Он находится рядом с воскресной медитацией. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, я укажу и покажу точно. Чат и, по-моему, беседы. Я когда-то это давно создала для общения, и сначала возник чат, а потом я записала туда и поставила 22 очень серьезные медитации, они коротенькие. Это вам позволит войти в мир активной медитации и открыть что-то новое для себя. И для тех, кто впервые и хочет что-то изучать, начните, пожалуйста, с этого. С медитацией Осho по картам Осho Дзен Таро, которые, в принципе, каждый день, каждую неделю вы можете делать эти медитации и производить какие-то действия в жизни и наблюдать, как сходятся эти действия, что нужно добавить и так далее. Если вы хотите учиться дальше, также у нас на странице, хочу сказать вам, магазин я перевела полностью на русскую валюту, потому что были какие-то проблемы платить в евро, платить не в евро. Я сделала для русской страницы именно русский магазин, и вы можете в рублях заплатить и оплатить любой курс. В том числе есть курс «7 шагов», который направлен на, скажем так, на уничтожение таких проблем, как неуверенность, оставление каких-то вещей в жизни, которые вы никак не можете отпустить, не оставление, извините, как-то нелепо сказала, а именно научитесь отпускать и многое-многое другое. Смотрите, тыкайте там кнопочки в магазине и смотрите, выбирайте именно свое, то, что подскажет вам ваш внутренний голос. Я вас приглашаю на мой вебинар. Вебинар будет платный. Есть ссылка, вы можете прямо пройти сейчас и записаться на этот вебинар. Почему вебинар платный? Во-первых, я хочу его провести в системе Hangouts и вот так вот воочию вас видеть. Эта система это позволяет, вы знаете. Да, во-вторых, этот вебинар будет включать в себя массу других тем, пару тем предназначения, уверенность в себе, я уже об этом написала. И, конечно, цель этого вебинара – привести вас к пониманию, как прийти на дорогу своей цели и как ее достичь, как построить свою мечту. Это будет наш вебинар. Приходите и стройте свои мечты, свои цели, свои ожидания, надежды и свои осуществления. Так. Я примерно представляю,
представляю, кто сейчас меня смотрит. Поэтому еще раз говорю привет Москве, привет Тюмени, далекой Тюмени, которая с удовольствием ходит на страницу и смотрит. Большое вам спасибо. Занимайтесь, я буду только рада вас видеть на моей странице. Привет Житомиру, привет Симферополю, Донецку и Германии. И, ну, пардон, если я кого-то забыла, я даже, по-моему, вот, когда готовилась к нашему занятию, где-то даже сейчас, вот тут, правильно. Даже выписала города, которые, ну, примерно я запомнила. Пардон, забыла Екатеринбург, Симферополь, Самара, привет. И Мостиска. Пардон, не знаю, где находится, может быть, вы мне напишите или укажете ссылку. Я с удовольствием посмотрю, где. Что же еще сказать вам о мечте? Да, в общем-то, уже все сказал. Итак, подытожив тему мечта. Какие моменты будут более подробно раскрыты на вебинаре? На вебинаре будет раскрыта тема, что такое мечта, как иллюзия. И я сейчас немного подробно, не подробно, а просто обмолвлюсь, что мечта называется иллюзией тогда, когда вы не идете ее совершать в жизни. Вы не производите необходимые действия, и, соответственно, мечта становится просто иллюзией. Еще мечта – это определенная ступень. Вы увидели какую-то картинку, но вы находитесь здесь, и этой картинки на вашей ступени здесь нет. Нужно пройти сколько-то ступеней, набраться каких-то знаний, чтобы попасть на ту ступень, где у вас есть эта картинка в жизненном воплощении, где есть знания, умения, возможности и представления, как это воплощать в жизнь. Я еще хочу сказать, что часто, когда мы думаем о какой-то мечте, мы себе закрываем дорогу из-за финансовых возможностей. Очень часто так было и с нами. Нельзя просто куда-то отодвинуть мысль, а как ты это будешь финансировать? Но можно включить другую мысль. Что нужно сделать, чтобы пришло это финансирование в вашу жизнь? Каких людей вам нужно пригласить? Может быть, какие субсидии вам нужно взять? Какие возможности вам нужно в себе развить, чтобы это свершилось, чтобы вам поверили люди, чтобы ваш продукт заинтересовал тех, кого вы хотите заинтересовать, чтобы у вас была уверенность, что это именно тот продукт, который нужен. И когда этот продукт нужен людям, когда люди чувствуют, что они получают какой-то результат, не какой-то, а замечательный результат,
к вам потянутся люди, у вас будут клиенты, у вас будут финансы, и у вас появится возможность финансировать свое дело, дело вашей мечты. Ну, вот как-то так. А чтобы более подробно узнать, как мы шаг за шагом это проходим, и как нужно реализовать себя, и что нужно сделать, и как работает активная медитация, открывая необыкновенные возможности, которые уже заложены в вас, как сопровождает вас высший мир, проверяя вас на устойчивость вашего желания идти по этому пути и одновременно давая вам людей, события, скажем так, ситуации, в которых вы развиваетесь и поднимаетесь на эту ступеньку, где помните, ваша картина мечты, ваша картина желаний, возможностей и так далее. Приглашаю уже в среду. Приходите на вебинар. Я вас жду. Пообщаемся и выйдем на путь своей мечты, на путь решения каких-то проблем и на путь открытия невероятных возможностей. Пробеликала у нас машина. На путь получения невероятных возможностей, которые вас одаривает высший мир. Ваше Высшее Я, находясь на контакте с Высшим миром и в своем энергетическом потоке своей мечты, вы всегда ее добьетесь. Вспомните, представьте сейчас какие-то лица успешных бизнесменов. Почему я беру бизнесменов? Потому что очень часто бизнесмены не особо они анализируют. Они анализируют процессы. Но когда им приходит какая-то идея, они идут и ее делают. А чтобы ее делать, они идут и ее раскладывают по ступенькам и производят какой-то анализ. У них нет никакого секрета. У них секрет в том, что они находятся в потоке своей идеи и еще берут свои физические руки и идут, идею эту воплощают в жизнь. Вот и все. Очень часто ученые, им падает, скажем так, какая-то идея в голову. Если ученый уверен, у него... А он находится на определенной ступени развития, осознания. Он тоже идет, находясь в этом творческом потоке, принимает эту идею, и ему открывается, как какой-то ларец, одна за другой составляющие этой идеи. Что же делает обычный человек? Нам приходят массу идей. Вспомните только за прошедшую неделю, сколько идей пришло к вам в голову. Теперь примерно поставьте эти идеи на весы. И теперь вспомните, а сколько идей воплотили вы в жизнь? Есть ли равновесие? Если есть равновесие, то у вас все благополучно, все нормально и замечательно. А если равновесия нет,
И очень часто у нас возникает именно такая картина. Вдумайтесь о том, что чтобы делать свои мечты, нужно не летать где-то в облаках, а нужно взять энергетическую информацию, открыться для нее и воплотить ее в своей физической жизни. Ну, вот так тема мечты у нас закончена. Если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в чате, задавайте, я с удовольствием отвечу. Хочу сказать, что запись этого занятия будет еще сегодня вечером стоять. Завтра, я думаю, что записи уже не будет. Она будет находиться в платном курсе, где есть уже более 27, я думаю, уже и 30 записей таких занятий и занятий именно с медитациями. А нет, 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 немножко не так, но в принципе, да, у нас есть некоторые изменения. Я не буду больше в прямом эфире давать конкретные медитации по решению каких-то проблем, кроме как нашей общей медитации входа и выхода в энергетическое пространство. Приготовьтесь к этому. Я хочу сказать и сделать краткий анонс для преимущественно для тех, кто живет возле Москвы или живет в самой Москве. Я буду в Москве и буду в августе. Это примерно середина августа, с 8 по где-то 16-15 августа я буду в Москве и буду давать курс, если вы хотите, семинар, на котором вы хотите участвовать, и также мои личные консультации. Также я буду проводить лечебный wellness-массаж, опираясь уже на техники, полученные как из Израиля, так и из Германии, а также из России. Wellness-техники, базируемые на целительстве. Для 5 первых участников, которые закажут эту консультацию или закажут такой wellness-массаж, пока мы ищем еще название, давайте назовем его лечебный массаж с использованием техник биоэнергии. Для этих участников есть экстра подарок 70%. Я считаю, это подарок. Это мой подарок. Вы получаете 70% от стоимости либо этого массажа, либо консультации, либо занятия. Если у вас есть желание пройти какие-то занятия, или у вас есть какая-то определенная тема, и есть участники, которые хотят это сделать, пожалуйста, в этот период я попытаюсь для вас найти, выделить время и провести такое занятие уже вживую и с удовольствием с вами познакомлюсь. Ну, в общем-то и все. И сейчас наши участники, которые сегодня получили нашу рассылку, получат также как раз в письме эту информацию о московской консультации –